Примерно таким образом начинается рабочий день. Температура минус 45. Машина еле как работает, а мы идем работать. Работаем сегодня рядом с лесополосой, так как тут участок, и ветки будем оттаскивать в сторону. Ребята, сегодня такая хорошая погода у нас. Сейчас идет полным ходом. Деревья разбирали, ветки оттаскиваем, чтобы потом их забрать. И это у нас на следующий день последнее дерево. Уже начало темнеть. В бригаде мы сегодня шестером работаем, 2 пильщика, 4 рабочих. Все настолько устали, думали, что мы сегодня быстрее закончим, но не рассчитали свои силы под этот объем. Вот, поэтому сейчас максимально пообедали и заканчиваем работу. Вот, пока не закончим, не уедем. Вот ребята таскают там. Тут таскают, там допиливают последний на сегодняшний день березу. Вот как-то так.